Киностудия X и польское телевидение представляют. Добрый вечер. Ну как? Ну как? Да лучше. Товарищ. Получил? Набегался, но получил. Лучше, чем позавчера. Пошли, поможешь мне. Голову подержи. Ян Сердце. В главной роли Казимеш Качор. Сценарий Збигнева Каминского и Радослава Пивоварского. Директор Анджей Смульский. Композитор Северин Краевский. Звукорежиссер Радислав Мончевский. Художник Анджей Борецкий. Монтаж Мирославы Горлицкой. Оператор Ришард Яворский. Режиссер Радослав Пивоварский. Часть четвертая. Нежность. В фильме снимались Эва Шикульска в роли Дануты, Ядвига Курылюк в роли мамы, Слава Квасневска в роли пани-инженера, Адам Пробош в роли совы, а также Анна Нехребецка, Мариан Кочиняк, Веслав Михняковский, Михаил Заблоцкий, Ян Химельсбах, Владимир Мусел, Чеслав Ногацкий. Чего вжитешь сейчас когда воды? Зачем бросаешь все в воду? Я ж не мам сил до этого смаркача. Сил не хватает на этого сопляка. До свидания, пан. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. А шея? Тебе тоже нравится? Очень. Я в этом не разбираюсь, но она наверняка красивая.
Znalazłeś. Нашел. Тоже тебе подобно. Тебе тоже нравится. Да. По этой лодыжке я узнал бы тебя на другом конце земли. Даже если бы ослеп. Толстая есть. Я толстая, да? Запустила вообще. Запустила себя. Шкода, что не знаешь меня. Жаль, что ты не знал меня пять. 10 лет назад. Это невозможно. Ты не могла быть красивее, чем сейчас. А здесь тебя кто-нибудь целовал? А? Застрастный здесь. Ты ревнуешь? Скажи, тебя кто-нибудь здесь целовал? Это чудесно. А пятки тебе тоже нравятся? Очень. Знаешь, до сих пор я не подозревал, что пятки могут быть красивыми. А теперь знаю. А мизинец? Чудный. Самый маленький из всех. Ты сумасшедший, сумасшедший. Любимый. Принеси папиросы. Принеси сигарету. Сбывается то, о чем я говорил. Болгарские защитники очень испуганы ситуацией, когда Легия атакует. Оконский бьет низом. Опасное положение. Вратарь. 8 минут до конца. Георгий Бугалов отбивает мяч. Неужели болгарский вратарь травмирован? Да, травмирован. На память о незабываемых сумасшествиях в Мензесброе, Вальдек. Бугалов все еще лежит на земле. Похоже, что мяч ударил его в желудок. Еще раз посмотрим этот эпизод. Посмотрите, куда ему угодил мяч. Медвежонок? Медвежонок, что ты так долго? Нет спичек. Я замерзла. Медвежонок. Медвежонок. Ну, Мишутка.
Кошмар, ты меня У меня замерзла спина. Знаешь, когда я была маленькой, я укладывалась в кровать к бабушке, чтобы согреться. Я тебе не говорила об этом? У парня нет ключа? Нет. Говорила тебе 100 раз. Смотри. Нет. Я так не могу. Я постоянно боюсь. Боюсь с самого начала. Когда на ратушной ты улыбнулась, я подумал, что ты улыбнулась кому-то, тому, кто стоит у меня за спиной. И это было бы нормально. Но ты улыбнулась именно мне. И мне как-то неловко. Я слышу, как стучит твое сердце. Тук-тук. Медвежонок, любимый. Но почему именно я? Что с тобой? На свете столько замечательных мужчин. Почему ты выбрала меня? Потому что ты меня не обидишь. Не ушукаешь. Не обманешь. Не украднешь. Не обворуешь. Не будешь бью. Не будешь бить. Не будешь? Не будешь? Не буду. Потому что ты сам такой слабый, несчастный, беззащитный. Ян, тебя как будто нет. Нет тебя. Мне в жизни выпало жить одной. Я решила это давным-давно. Что буду этого держаться. Но теперь есть ты. Я чувствую биение твоего сердца. И я счастлива. Правда. Только вот через полгода, через месяц я встречу тебя на улице и даже не замечу. А ты, конечно, даже если замедлишь шаг, это будет секундное колебание. Быстро обернешься и сразу начнешь высматривать трамвай. Но я же люблю тебя, медвежонок, лгунишка. Мы ведь взрослые, понимаешь? Нет, клянусь тебе, нет. Вы все говорите то же самое. Вы все одинаковые. Все? И сколько их было? Медвежонок, ты что? Не бойся. Который я по счету. Пусти меня. Отпущу, когда скажешь правду. Сам потом пожалеешь. Ничего, не пожалею. 965. Или 695, я не уверена. Ты ведь говоришь несерьезно? Конечно. До тебя никого не было. Лжешь. И я тебе это докажу. А тот мужик из Мензездроя. Какой мужик? Вальдек. Какой Вальдек? Не помнишь? Я не удивлен. Из такого количества можно одного позабыть. Интересно, с ним у тебя тоже мерзла спина? Ты сошел с ума? Напомнить тебе? На память о незабываемых сумасшествиях в Мензездроях, Вальдек. Ты сошел с ума. Данка, это надпись на фото. Вот доказательство. Слушай, выметайся отсюда. Выметайся. Данучка, ну что ты? Ты ворюга. Зачем ты лезешь в мою жизнь? Кто тебе позволил? Кто? Данучка, я люблю тебя. Я всего лишь искал спички. И тебе мало моего тела? Чего ты еще хочешь от меня? Что тебе нужно? Деньги? Хрусталь?
Бери. И вынос сейчас. И пошел вон отсюда. Вынос сейчас. Пошел вон. Послушай меня. Черт возьми. Можешь забирать все, но меня оставь в покое, слышишь? Сжалься надо мной, я хочу жить. Ты такой же дурак, как и все. Точно такой же. О, Боже, какая я дура. Дурой и помру. Ты меня не выкончишь. Меня не выкончишь. Но ты меня не добьешь. Вот увидишь. У него есть ключи? Нет. Притворимся, что нас нет. Я на минуту задержу его в ванной, а ты беги через парикмахерскую. Понял? Как хлопну дверями в ванной, это знак. И побыстрее. Медвежонок, и позвони мне в среду. Ты во сколько должен приходить, а? На кого ты похож? Покажи ногу. Кто тебя так отделал? Немедленно в ванну и помойся. Легия, браво! Легия, браво! Честь. Привет. Мы уже встречались, помнишь? Янек есть. Мое имя Янек. Сердце. Сердце. Сова. Сова. Но меня и вправду так зовут. А меня так зовут друзья. Друзья. А глаз тебе кто подбил? А вы из милиции? А ты за кого болеешь? Я за Полонию. Старые корчи. Легия надерет их 1-12. Поживем, увидим. Может, как-нибудь на футбол выберемся? На футбол ходят с корешами. Так давай дружить. Нет. Погоди. Кое-что покажу. Скейт? Это тебе. За что? За что? Занять. Просто так.
Просто так таких подарков не делают. Окажи мне услугу. Если вы про друзей, я никого не выдам. Я ищу твоего отца. Где он? Ничего не выйдет. У меня нет отца. У Дюбы тоже нет старика папаши, поэтому мы и держимся вместе. Сова, а ты не хочешь иметь отца? Смотря какого. Вы что-то о нем знаете? Не зови меня на «вы». Мое имя Янек. Что вы здесь делаете? Я задала вопрос. Дануся, послушай. Что вы здесь делаете? Дануська, давай объяснимся. Немедленно уходите. Дануся, Стасик, иди к маме. Дануся, послушай. Сова мне очень нравится. Стасик, иди к маме, я сказала. Иди, сынок. Дануся. Иди сюда, сказала. Дануся, послушай, давай поговорим. Беги к Ковальским, пусть звонят в милицию. Дануська. Ребенка мне хотите разбаловать? Я знаю. Я таких насквозь вижу. Уходите немедленно. Я сделал ошибку, уже вторую сегодня, но немедленно. Я в самом деле искал спички. Ты негодяй, ты... Ты уходи немедленно. Дануся. Люди, помогите! Вы плохо выглядите, пан Янек. Что-то случилось? Что-то не в порядке? Все в порядке, пани инженер. В порядке. Ну, а как там у вас? А как там у вас? Вильготно. Мокро. Капает. А тут? А здесь? Здесь чудесно. Ковры из цветов, прогулки, леса. Одним словом, чехотинок, пан Янек. Вы бывали там? Не бывал. А чехотинок – это рай. Истинный рай. У меня для вас путевка на двоих в дом отдыха. Двухместный номер с душем, полный пансион. Езжайте отдохнуть. Не поеду. Почему не поедете? У меня дача в 10 минутах от дома. Пан Янек, у меня здесь все записано. Вы 5 лет вообще не были в доме отдыха. Вы вообще не брали отпуска. Пан Янек, мне больно смотреть, до чего вы себя доводите. Быстрее. Кувалду неси. Я сказал быстрее. Парикмахерская Дануся? Позовите хозяйку. Сердце. Янек Сердце. Знакомый. Дануся? Дача? Она мне так дала. Ясен. Не грызи себя. Сегодня же среда. Без 24. И что с того?
Вчера мы выполнили сегодняшнюю норму, а сегодня, на завтра и послезавтра. Если будешь нас так гонять и дальше, глядишь, ордена заработаем или грыжу. Наливайте, ребята. Панове, смотрите туда. Крупинский. Не может быть. Правда, Крупинский. В чем дело? Уважаемый, насчет вашей еды претензий никаких. Но это... Мы, кажется, знакомы. Крупинский Станислав, 23 года, номер 7, полузащитник Варшавской полонии. Лимонная водка или напиток? Какая разница? Встретимся на воскресной игре. Мы всегда стоим под часами. Узнаете. Жизни не жалко, молодой человек. Да и о форме нужно заботиться. Без двух — четыре. За семь. Без семи. А может мне позвонить? Я вам счастье. Я везучий. Посмотрим. Алло, здравствуйте, это Тициан. Могу я поговорить с Данутой Ульяш? Да. Большое спасибо. Алло, слушаю. Данусю, прошу тебя не прерывать. Хотел тебе сказать... Дануся, не вешай трубку, я должен сказать тебе что-то важное. Золотвены? Ну и как? Договорился? Золотвены. Договорился. Привет, Яся. Я выиграл. Выиграл. Кофеин выиграл. Черт возьми. Кирисечки, давай. Рюмки давай. Выиграем. Я выиграл. Ты поставил на кофеина? Конечно, на кофеина. На кофеина. Сверху, снизу и порядок. 852 злотых за 60. Я сразу говорил, всегда говорил.
Уже неделю, говорил. Только кофеин. В утренних забегах его не было, экспресс-забег нетипичный, но я говорил, только кофеин. Самое главное, что стоять на своем и верить. Иногда думаю, стою я в этой толпе, 20 тысяч человек, все не отрывают глаз от своих коней, и каждый, насколько хватает воли, призывает своего коня выиграть. И я тоже думаю, что когда мой выиграет, сбудется все, о чем я мечтаю. Это неправда. Это неправда. Это как со звездами. Когда я был маленький, то смотрел на падающие звезды и старался загадать желание. Ничего не сбылось. Ребята, да что с вами? Яся, что? За здоровье кофеина. Нет, за мамино здоровье. Мама, ты почему не спишь? Не могу заснуть. Потом шампанское. Не могу уснуть после шампанского. Вчера тоже не спала. Только глаза мучаешь. Знаешь, это неслыханно. Я вдруг увидела двор дома, где родилась. Так, будто бы это было вчера. Ты не поверишь. Там был такой подвес, мы на нем висели головой вниз. С Элей Хипш. Она умерла за день до первого причастия. У меня было простое платьице, а у нее должно было быть с оборками, такое... Добро, добро. Хорошо, хорошо. Все, пора спать. Чуешь? Чувствуешь запах? Ландыш. Такой засушенный. Ты была когда-нибудь в Чихачинке? Да. Да. Как там есть? И как там? Ладно. Красиво. Это не верно. Но точно не знаю. Мы были там с отцом проездом меньше часа. А в этом Чихачинке, знаешь ли, выходишь на променад и не знаешь, куда смотреть. Столько баб вокруг, все отдохнувшие, откормленные, и только одно у них на уме.
Przyjacielu, one cię wykończą. Дружище, они тебя замучают. Но мастера нам за... Они нам мастера заедут. Не переживайте, ребята, не переживайте. Я еду с мамой. Я тоже был раз. Я тоже раз в часах отдыхал. Вендров. Тур походе. Ну, так упал. Жара была такая, жара, что у меня до сих пор сушняк. Третий день никаких вестей. Никто нic не wie. Никто ничего не знает. Обошла wszystkie szpitale. Все больницы обошла. В милиции была. Дала им 3000 злотых и... О боже! О боже! Я еще... Бо я буду брала... А все потому, что я у него отобрала скейт, который ты ему подарил. Еще и ударила. Никогда больше его не ударю. Никогда в жизни. О, Боже. Никогда не ударю. Прошу прощения, уважаемая, но отец должен был бы взять ремень и исполосовать ему жопу, клочья. А вы не вмешивайтесь. Скажите, пожалуйста, из дома что-нибудь пропало? Нема трампер? Нет кед, спортивного костюма и спального мешка. Адреса друзей есть? No. Да. Есть брат? Брат дома? Есть. Да. Зовой. Позови. Дюба? Дюба? Да. Сова пыта. Сова спрашивает, почему ты не приходишь? Выгибай, ты кинул кореша? Мне так ему и передать? Не, я не мог. Выйдем на пару слов. Мне идет? Так можно ехать? Мама, где мои вещи? В зеленом чемодане. Я все упаковала. Пойдем, такси ждет. Ну, пока. Перестань, мама. Завтра или послезавтра я приеду. Только не плачь. Прошу тебя, мама. Если мама не перестанет плакать, я точно не приеду. Сынок, а что это за ребенок? Предатель. Иисус Мария, во что ты опять путался? Янок, я тебя умоляю. Мамочка, не плачь. Береги себя. Мамочка, только высыпайся. Мамочка. Мамуню,
Мама, я тебя очень люблю. Янек, приезжай. Мама. Ничего с ним не случится. Еды у него на неделю. А кока-колу я ему ношу дважды в день. Он гордый, он не пойдет. Для этого я тебя и привел. Убеди его. А со мной что будет? Если уговоришь его, я все объясню твоей матери. Слово? Честное слово? Слово. Слово. Сова, то я. Сова, это я. Вот. Пойдем. Янек обещал. Янек обещал, что нам ничего не будет. Слышишь? Слышишь? Хо. Пошли. Хо. Пошли. Марш до лазенки. Марш в ванную. Тебе обязательно уходить? Я опоздал на поезд. Нужно поймать следующий. Это очень важно. В общем, да. А может... Может, позже будет лучший поезд? Ты ничего не съел. Życzę ci szczęśliwej drogi. Счастливого пути. Nawet nie zrobiłam. Я даже бутербродов тебе не сделала. Ну что ж, Яся. Ну что ж. Ванная свободна. Стасик. Иди сюда. С сегодняшнего дня это твой отец. Ты знаешь, что такое рай?
Что, Миша? Что, медвежонок? То ты. Это ты. А пекло? А ад? Нема пекло. Его не существует. Я хочу тебя кое о чем спросить. О чем, любимый? А ты не будешь злиться? Не сегодня. А твой муж? Где твой муж? Сгинул. Погиб. Под трамвай. Попал под трамвай. Окропная смерть. Ужасная смерть. Альбо утопил. Или утонул. Как ты утопил? Как утонул? Вот может, так? Утопил, может. Может, утонул, распылился, может, растворился в водке, а женился второй или третий раз, не знаю. Есть, его нет. А сова? А сова об этом знает? Был тогда малюткой. Нет, он был тогда малюткой. Ты так, как я. Так же, как и я. Ты ж не помнишь, тоже не помню быть. Отца. Еще раз. Еще раз. Река течет со скоростью 7 км в час. Пароход плывет против течения со скоростью 11 узлов. Капитан в два раза старше боцмана. Сколько времени нужно пароходу? Достаточно. Я знаю, что делать. Зазвони до Мазярского. Позвоню Мазярскому. Я сделала все, чтобы быть одной. Так оно и есть. Я убедила себя, что мне так лучше. Только вот все это время, все эти годы я боялась. Боялась, что появится кто-то вроде тебя, и я окажусь недостаточно сильной. Так и вышло. И только сейчас мне и вправду замечательно. Это фантастика. Здравствуйте, старый. Завидую тебе, старик. Ты завжди заздрощу. Это я всю жизнь тебе завидовал. Пару раз я думал, что это даже несправедливо. У тебя была Малгося, ты любил ее, у тебя рождались дети, был дом. Только я был один как перст. Я и теперь тебе завидую. Может, поменяемся? Слушай, о чем они разговаривают? Дай гляну. О детях. О детишках. Альбо. Или о бабках. Альбо. Или о мужиках. Альбо тоби. Или о тебе. А ну его к черту. Лучше пойду пивка попью. Там уже лепьё, ты мне видишь. Да, лучше об этом не знать. Thank you.
Посмотри, какая красивая пара. Медвежонок, ну посмотри, пожалуйста. Что ты, глупый? В ванной? Мама? Что ты здесь делаешь? Ведь осталась еще неделя отдыха. Ну хорошо, хорошо. А что, у мамы есть лишние деньги? Все договорено, оплачено, а мама себе так, фрррр, и домой. А может, погода не понравилась, а? Мамуня ще гнева. Ах, мамочка сердится. Мама не радше с сынком поразмавлять. Мама не желает с сыном разговаривать. И было по тоси так спешить? И зачем такая спешка? Было по то? А, прошу бардо. Зачем? Прошу. Вот, пожалуйста. Вszystko, kwiatki podlane. Było все прибрано. Co? Цветы я полил. Зачем, а? Czy ty Boga w sercu nie masz? У тебя что, Бога в сердце нет? Что, мама? Что, мамочка? Что сейчас стало? Ну, что случилось? Не дотыкай мне. Не прикасайся ко мне. В греху живешь. Во грехе живешь. Я? Видишь? 35 лет, как его не стало. Верному была. Я ему верной была, есть и буду. А ты? Ты живешь с мужем. Ты живешь с замужней женщиной. Замужней? Так, с мэнжатком. Да, замужней. Весь чехотинок об этом трубит. Ну, не. Ну, нет. Видя, же, ты там же не то, то мамуси. Вижу я, что кузивы. Процедуры мамочки во вред пошли. Чего было брать? Поволи. Постепенно осторожнее. Надо было. Осторожно. То, что с того, и что с того, что замужняя? То, что с мэнжатком, что, то, с замужней уже, но... уже нельзя. Мне что же, черт возьми, уже ничего нельзя? Мама, я хочу быть нормальным. Хочу иметь дом, сову, Данусю. Я запрещаю тебе о ней плохо думать. Это очень красивая, очень умная и очень благородная женщина. И к тому же она меня любит. Слышишь, мама, наконец-то кто-то меня любит.
Сова. Ну что? Что się stało? Что случилось, любимый? Ну что? Не, Мартин. Не расстраивайся. Если будешь то расстраиваться, то знаешь, что будет. И будешь тогда... Посидеешь. Как полярный медведь. И будешь как белый медведь. Мучишь и развести. Ты должна развестись. С кем? С кем? С мужем. Я не могу жить. У меня нет никакого мужа. Я тебе 100 раз говорила. Я больше так не могу. Не могу целыми днями говорить. Не могу целыми днями говорить шепотом. Я чувствую себя как вор. Все время боюсь. Я не потрафи. Не падшить. Я хочу прямо смотреть людям в глаза. Ты меня любишь? Не знаю. Не знаю. Знаю лишь, что я очень люблю сову, а он тебя обожает. Так сделай это хотя бы ради него. Мы должны начать жить нормально. Именно этого я и боюсь. Столько лет я жила одна, а сейчас пришел ты. Я будто напилась шампанского, и мир потерял свои очертания. Это мой праздник, понимаешь? До свидания. До свидания, пани. Коллегия адвокатов номер 5. Я не слишком надушилась. Посмотри. Откуда я знаю? Возможно. На всякий случай не наклоняйся. Стасик, умоляю тебя, сынок. Это очень серьезные люди. Хоть раз в жизни не опозорь мамочку. Идем? Идем. Отче наш, иже еси на небеси. Возьми его за руку. За руку возьми.